Экономичнее, экологичнее, современнее. На Первоуральском новотрубном заводе появились дополнительные возможности для термообработки продукции. В одном из трубоволочильных цехов ввели в эксплуатацию новую газовую роликовую печь. Она предназначена для обработки труб, в том числе и специализированных, шарикоподшипниковых и котельных, а также продукции повышенной точности. Благодаря работе агрегата трубы из углеродистых и низколегированных марок стали выдерживаются в защитной атмосфере при температуре от 500 и почти до 1000 градусов. Это нужно для достижения определенных свойств металла. Модернизация печи позволит расширить ассортимент продукции. Обновление оборудования проходит в рамках масштабного проекта, который реализуется на предприятии с 2021 года. На этой печи используется немножко другая система нагрева. Именно из-за этого она значительно меньше. То есть меньше места занимает при больших возможностях. Новая печь значительно экономит теплоэнергетические ресурсы, соответственно, меньше электроэнергии потребляет, значительно меньше используется газа природного для ее работы и защитного газа.